Всем здорово, с вами Москвин, и наконец я делаю продолжение и записываю четвертую часть рубрики «От бомжа до миллионера» на Majestic RP. Получился очень прикольный ролик, поэтому я вам советую его досмотреть от начала и до конца, а самое главное без перемотки. Ну и также, ребят, попрошу каждого подписаться, поставить лайк и написать комментарий, так как на такие ролики очень много уходит время и сил, поэтому буду благодарен на вашу отдачу, это мотивирует меня снимать все больше и больше. Также, если вы хотите играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, скачивай проект и вводи мой промокод Москвин при начале игры совершенно на любом сервере Majestic. Лично я играю на первом сервере и всех жду лично на нем. И данный промокод даст вам 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP, так что вводи, не пожалеешь. А если ты уже зарегался, то ты сможешь ввести мой промокод в чат командой /промо-москвин. Данный промокод очень сильно тебе поможет на старте игры. Ну и абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 3000 Majestic коинов совершенно на любом сервере Majestic. И для того, чтобы принять участие, первым делом вам нужно будет поставить лайк, подписаться на канал и написать совершенно любой комментарий от 5 слов. И самое важное, перейти по ссылочке в описании в мой Discord, перейти в раздел розыгрыши и нажать на реакцию, и вы автоматически становитесь участником розыгрыша. Итоги пройдут все так же в моем Discord канале. А я не буду томить, приступаем к видеоролику, let's fucking go. Мой день начался с того, что мне написали о покупке моего рюкзака Хаки на 20 килограмм, который я приобрел еще в прошлом видеоролике за 160 тысяч баксов. Я взял семейную тачку и отправился на заправку, где и было наше место встречи. Я настолько уже заебался его ждать, что начал просто танцевать. В итоге через 10 минут ко мне приехал покупатель, с которым мы отправились в банкомат, дабы он снял деньги. Пока я ждал чувака, я решил спиздить мотик, но, к сожалению, у меня ничего не получилось. От души, от души. Блять. Далее парень снял деньги, и мы обратно отправились на заправку к моей машине. Быстро кинули трейд, и он купил у меня рюкзак за 180 тысяч баксов. После меня заебали эти таксовые уведомления. Ну и собственно я решил покинуть данную работу. Быстренько уволился, но и больше в принципе ловить мне нечего было, и я решил вообще выйти из игры. Через 2 дня я зашел в игру и вызвал себе такси, чтобы доехать до боевого рынка. Такси? Ебать, что за аппарат у тебя? Полетели. А, куда летим-то? Сейчас поставлю. Летим на авторынок. Чекс? Все, летим. Я с кайфом прибыл на рынок и полетел выбирать тачку на перепродажу, но что-то куда-то меня там понесло не в то русло, и я засмотрелся на полное говно и подумал, что за такую внешку и по дешевке оно у меня быстро улетит, и вот что было дальше. Гроти Фурия, тут? А. За да. 650 ты дашь? Прям сейчас заберу у тебя. Ну могу так-то. Ну не знаю пока что. Так в смысле она дороже не уходит? Тём, не продавай ее, чё, нахуй нужно. Почему? Да нахуя, она охуенная тачка. Да, тебе нужна? Ну я хочу себе бизнес купить. Стой, стой, стой. Все машины продам свои. Ну она просто у тебя дороже не уйдет, это же тачка такая. Типа ну, у нее максы там 650 типа. Все, спасибо. В общем, как вы поняли, купил полную хуйню, которая вообще не едет. В итоге я сразу же вернулся на рынок и выставил ее за 700 тысяч баксов. Также я параллельно общался с продавцом такого же рюкзака Хаки на 20 килограмм. В итоге я кое-как сбросил цену с 200 тысяч баксов до 170 и отправился на встречу. И по пути я встретил свою первую любовь, и вот что было дальше. Яу! Ой. Чуть не разложился. Ладно. Привет. Познакомимся. А, малая. Познакомимся, не? Чё? Если я не знакомлюсь. Так, ну надо познакомиться. Постреку у меня спорткар. Меня, если чё, Данёк звать. Даша. Ну все, будем знакомы. Чё за аппарат у тебя такой классный? Квадрик. Угу, прикольно. А чё, квартира у тебя есть? Нет. Ну так я предлагаю вместе развиваться, будем вместе жить. Накопим себе на квартиру. В Дубае. Классная идея. Вообще отлично. Ну тогда это, бросай квадрик, сейчас поедем мне покупать рюкзак. На перепродажу. Сейчас будем развиваться, семейный доход делать. Все, бросай квадрик, он нам больше не нужен. Садись. Там люди ждут серьезные. А если я не могу бросить? Почему? Почему?
Ну, не знаю. Ну, тогда поехали на квадрике. Ты за мной поедешь. Летим? Летим, погнали. Разговаривать не люблю много. Ну ладно, тогда полетели, значит, на Больку. Сейчас будем покупать. Вон сюда. Оп, чикс. Здорово. Ты продаешь рюкзак? Я тут со своей девушкой приехал. Сейчас купим у тебя. Все, благодарю. Удачи. Все, да, Шуль, мы купили охренительный рюкзачок. Так ты его припаркуй где-нибудь и садись ко мне в тачку. Че ты на этом квадрике? Опа. Вот и все. Вот как делает настоящий, ну, крутой парень, который заводит крутые отношения с девчонками. Пиздец. Она ушла от меня, я того не все. Хочет. Не хочет она уходить от него. Нахуя, малышечка? Идет. Как на выборы, блядь. Все, все, летим сейчас заправляться и будем продавать эту спорткар. Ну тут вы уже сами понимаете, она не смогла устоять перед таким крутым парнем, как я, и села ко мне в тачку. И мы отправились заправлять машину. Че вообще, сколько там тебе лет там? Чем увлекаешься? 16. Так ничем. Ага. Мне вот 15 вчера исполнилось. По голосу не похоже. А сколько по голосу дашь? Ну я раз, два. Не знаю, лет 20. Далее мы приехали на рынок, и я выставил свою тачку за 800 тысяч баксов, потому что я до конца был уверен, что многие поведутся на ее внешний вид. Нужно первый поцелуй сделать. Да иди ты нахуй на ебер! А если нет? Блять, нахуй я сюда пришел? Сейчас пока нельзя, да? Пиздец. Ай, блядь. Да. Чикс, 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 тролливали. Воу-воу. Яу-яу-яу-яу. Далее наконец дождался, и у меня забрали тачку за 790 тысяч баксов. Все, поздравляю. Далее я побегал по рынку и нашел хороший ФТ-шный Helion XL за 310 тысяч баксов и приобрел его. Ну и сразу выставил его на продажу за 350 тысяч баксов. Че, покупаешь тачку? Молодой человек. Да. Москвин, здорово. Здорово. Я попал в видос? Наверное. Москвин. Это Москвин. Так кто это, пацан? Москвин. На ютубе напиши Москвин. 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 Москва, типа, Москвин. Я тебе дарю фонарик, братан. Охренеть, спасибо. Ебать. Москвин, прими обмен, у меня к тебе подарочек хорошенький есть. Давай, давай. Че, кому фонариком ебануть? Люблю твои ролики. Охренеть. Прям обожаю твои ролики. Ебать. Что за лют, пацан? Охуеть, спасибо. Отвечай, когда видео будет... Ебать, я на силе, слышь? Ты слышь, брат? Да ничего, я тебя за себя заведу. Охуенно, спасибо, брат. Когда видео будешь снимать, да, это, фонарик в руках держи. Ага. Мои фанатки передали. Все понял, брат, блять. Реально от души пацанам за такой подгончик в виде кроссовок и фонарика. Если вы смотрите, то вы красавчики, от души. Тома не подпишется на Москве, на тому в роту дадим. Но тут вы уже сами понимаете, что нужно сделать. Далее у меня все-таки спустя полтора часа купили Helion за 340 тысяч баксов. Так, 340, да? Да-да-да. Окей. Все, спасибо удачи. За покупку, давай удачи. Потом я стоял АФК чуть вдали от рынка, и ко мне подбежал, как я понял, подписчик и купил мне рюкзак за 180 тысяч баксов. Все? Все, спасибо. Давай, удачи. Ну и под конец скажу вам печальную новость данного видеоролика. От меня ушла девушка, которую я сегодня встретил на квадрике. Ну и чтобы мне не было грустно, поставь лайк, подпишись на канал и напиши комментарии. Я буду благодарен. А я уже буду заканчивать видеоролик. Всем спасибо за просмотр. С вами был Москвин. Всем удачи и пока.